позвонил, обнаружил, что у нас не было на одноважно сохранился мечтать. И что ты хочешь разобраться, культуру, а первое, государство потребляет, расстрелы, классические знания, издания, также множество копий. Положили поэма и вызвала память к своему предшественнику, Петру Первому, который называется «Мельцарь». She founded what is now considered one of the most important art collections in the world. Она основала одну из самых важных коллекций предметов искусства во всем мире. The second largest museum in the world by gallery space, the Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, was started from Catherine's private collection in 1764. Второй приличный экспозиции музей был основан Екатериной II, еще в 1764 году, но началом ему послужила личная коллекция императрицы. She eventually acquired more than 4,000 paintings in addition to sculptures and automatons, but Catherine's first purchase was a 200-piece collection assembled for Frederick II of Russia. Впоследствии императрица приобрела более 4000 различных произведений искусства, в числе которых были различные картины, статуи и шедевры инженерной мысли. Но самое первое приобретение состояло из 200 экземпляров, которые предназначались для короля Пруссии Фридриха II. He had declined to purchase it due to economic hardships in Russia at the time, so Catherine swooped in to acquire the pieces, which included a few Rembrandts and a Rubens. Однако Фридрих II отказался от покупки данной коллекции из-за сложной экономической ситуации, которая складывалась в Пруссии в то время. Поэтому Екатерина Великая незамедлительно приобрела эту коллекцию, в числе которых были произведения Рембрандта и Рубенса. She quickly became hooked on buying small collections, later describing herself as gluttonous when it came to art acquisitions. Ну и впоследствии императрица очень сильно увлеклась приобретением небольших коллекций и часто называла себя ненасытной обожательницей искусства. By 1771, her museum had outgrown the small hermitage she had built for it next to the Winter Garden Palace, so she commissioned a three-story building deemed the Great Hermitage. К 1771 году коллекция переросла в малое здание Эрмитажа, и императрица задумалась о постройке нового здания, которое впоследствии именовалось Большим Эрмитажем, ныне это Старый Эрмитаж. An extension was added in 1792. In 1792 году это расширение было добавлено, и туда была перенесена часть коллекции. 1852, nearly 60 years after Catherine's death, the Hermitage Museum opened to the public. В 1852 году, примерно спустя 60 лет с момента смерти Екатерины II, музей открыл свои двери для всех желающих прикоснуться к искусству. Today, the five-building museum houses more than 3 million artifacts and works of art, some going all the way back to the Stone Age. На сегодняшний день данный музейный комплекс, состоящий из 5 зданий, включает в себя более 3 миллионов предметов живописи, различных статуй, в целом предметов искусства, некоторые из которых были созданы еще в каменном веке. И вот так, очень спасибо.
particularly we are interested in the comments or just something that